сына Санга. А что делать там? Ну, кран стоит, ну, потом танго стоит, потом металлопластиковая труба. И не зажимает. Так, видите. Ну вот кран стоит, в кран ниппель вкручивается, а в ниппель вкручивается это танков, потому что танков внутри не рискуешь. Проверка на прогрев это прибора с этилировкой. Деньги уйдут. Кто приборы? Их на обед проверяли. Что? Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой. Что вы проверяете? Ну, это, наверное, когда запуск отопления. Ну, запускали полностью дом. Ну, вот. Какая проверка здесь была? Херня, какая проверка? Это обычная работа ваша, а не проверка. Какого хрена? Что за проверка это? Херня, херня пишите. Я не знаю, что там пишут. Вот, я написал в своей расписке, что поставил. Вот, труба 25, кран 25, две штуки, танго, две штуки. Разбивка дальше. Разбивка с трубы, вот. Да, страница, нипель, вот. Слифт заполнения. Вот. А почему слифт заполнения? Это что, тоже входит в вашу работу? Ну, заполнял я эту систему уже, ну, конечно. Ну, как, что, это вы, какой хотел кран заполнен, какой хрен? Это залив системы. Так, не надо. Не надо. Сколько она стоит? А что я должен сделать? Поставить трубы и сейчас пусти, дома, сейчас да? Пусти. Да при чем? Сейчас пустили эту самую, нас перекрыли. И он пришел к крану, он сделал открывание крана, они вам платить за это. Ты что? Это ваша работа обыкновенная. Сейчас закрыл тебя, куда закрыл. Мы перекрыли. Открыли заполнили, все. Что за херня? Это работа ваша по содержанию. Вас содержит, вы ничего не делаете, никакой. Вы просто открываете и закрываете. Все нахуй. Правильно, но содержание у нас не платят, то есть мы теперь ничего не пишем, понимаете? Не знаю, что мы, это пускай ваши занимаются. Так, сколько она тут стоит? 8 000. Что, вы это вот что ли? Вот, подписано. Да не это. Сколько стоит, что-то вы написали, пробивку нет. Проверка на прогрев за 7,59. А какую пробивку ты делал в нахуй? Там бороды были. Какую ты пробивку там что ты делал? Старую трубу вытаскивал когда. Какую ты трубу вытаскивал? Да ты что, она... Слушай, что мне дурить, дорогой мой? Классиковую трубу вытаскивали мы. Какую? Старую. Там металлик... А что ты ее вытаскивал? Она разорвалась, и там профил бросил. Какая пробивка здесь? Пробивка где-то она в борозде сидела. Какую там пробивку делал? Но она уже вот в стене шла. Да, я вытащите ее туда. Чтобы новую трубу вставить, надо было расковырять там, с тобой. Все, дорогой мой, все. Сколько она стоит? 352, да? Пиздец, все. Все, я завтра пойду. Не говори. И всех надзор засунул, пускай она еще подпишет. Пробивку видео. Алло. А, здрасте. Водомеры в нашем доме ставят. Мастера, это надо вам в реп обратиться. В реп, конечно. В реп один, попросите, вам поставят. Заявку дайте туда в реп и пускай это будет. Туда заявочку и все. Ну, прям в реп один напишите, как вы обычно делаете заявки. Или по телефону, надо сообщить, что так и так, что у меня вот не работает или это сам, или работает. И все, и тогда все выяснится. Правильно, это же хорошо, что вы на эти дела смотрите. Туда позвоните или позвоните. Или можно позвонить, ну как обычно заявка на сети вот на трубы там и так далее. Нет, это другой, другой мотор я вам поставил. Им там объяснят. Пусть проверят и объяснят вам. Теперь еще что, вы платите за оригинальный, за этот самый, за капитальный ремонт. Значит, кто сказал не надо? И что дальше? Да при чем вы здесь дур? Это обязательный платеж. Правильно, это обязательно вы сами там решаете. Но сейчас, я вчера был в этом, ну, в капремонте был по этим, по оригинальному, да? Значит, там что? Там все выступает банк, они все берут большие проценты. Значит, там они должны от суммы
Ну, по нашей стране только вчера было решение, они 1,8% берут, и все. Если берут больше, Сбербанк. 1,8 берет, если только самое низкое. Если только он будет брать больше, вы тогда забираете квитанцию, и я дам телефон, сообщаете, и все. У них договор подписан 1,8 от суммы, которую вы платите. Чтобы вы знали, вот у них там 15, вот у них там больше, там 15 и так далее. Ну это нормально все, да, значит, вы в курсе дела. Ну а дальше будет, на следующий месяц придет, будете платить, двойной и так далее. Там, это понимаете, каждый сам решает, и там, там закон, закон никуда обязательно не платеж. Ну то не закон, извините, то не закон. А это закон, как вы за квартплату платите, как за все. Это закон региональный, закон по всей России. То другой разговор, там понимаете, там это другой разговор. Как бог дурит, его, наверное, скоро нафиг уберут, поставит это самое. А здесь оно получается двойное, правда, на 30 лет они заключили. У нас по пятилетке. Но, в принципе, они же объясняют тем, что это наша собственность, во-первых. И государство не собирается.